Фишер. Это случилось вовремя. Это произошло, кажется, иначе. Я бы хотел, чтобы вы и наш посол, лейтенант Монро, встретились. Лейтенант. Революционеры ЕС уже надеются на эту станцию. Они амбициозные люди и захотят поговорить. Чтобы захватить ее, нужно пойти на хитрость. У меня группа Альфа, у вас Браво. Мы окружаем состав, и когда обе группы займут позиции, мы захватим заложников. Монро задержит их, пока мы не подготовимся. Посмотрим, на что способен ваш новичок. Ладно, давайте пойдем на это. Будь там осторожен. Хорошо. Там пожарная лестница, по которой можно обойти затор. Иди туда. Переговорщик обойдет тебя. Иди один. Я направлю Альфу на крышу. Сэр. Понимаю, что для вас значит быть первым. Встать в строй. Мы на крыше. Видите? У нас подкрепление, снайперы. Согласно плану, ты найдешь впереди лестницу. Возьми свой отряд. Поднимитесь и уберите их, потом Альфа поможет очистить здание. С тобой. Друг за другом. Опиши мне ситуацию. Мы можем выкурить террористов, которые спрятались. Мы сами выкурим из дерева, пластика и металла, простреливаем вас без нас. Думаешь, они мне сказали? Но эти ребята, они как будто... Что? Тут больше... Неутрализовано.
перегруппироваться. Есть. Ты шутишь? Я убил как минимум сотню. Друг за другом. Очередь. 250. Мы можем убрать их гранатой. Никто не услышит. 250. Интересное предложение. И что мы получим от этого действия? Паника. Заложников казнили. Я свалил одного, и он умер только от того, что я споткнулся и упал на него. И он умер из-за этого? Нет! Я на месте. Я чувствую это. Отлично. Но помни, чему я тебя учил. Каждый шаг имеет последствия. Не надейся на свое чутье, думай. Да, я знаю. Не беспокойся. Со мной. Сначала мы сходим в боевую часть. Сначала уберите его. Цельтесь в него, он второй. Использовать трос. Иду. Сберись наверх. Поднимаюсь. Набейся сверху. Набейся сверху. Трос. Иду домой. Спустись. Спускаю прямо над окном. Вниз. Спускаюсь. Я прямо у окна. Une brèche est en sécurité. Световая граната. Пошли. Не могу. Понял. Пошли, пошли. Невозможно. Не могу сделать этого. Быстрее. Не получится. Хорошо, в эту комнату ведут три двери. Есть что-нибудь? Я собираюсь назначить тебе задание. Что это было? Очередь. Да ты совсем нервный. Потише в душе, дружок. Спецназ. Пригнись!
можешь и лучше. Я все выполнил идеально. Поговори с... Вы одна команда. Главное доверять друг другу. Мы на задании одна семья. Вместе работаем и защищаем друг друга. Все остальное... Давай, чем... со мной. Понял? Да, спрашивай. Да, Стой был прав насчет вас. Пока очень внушительно. Спасибо, сэр. Ты шутишь? Да, я убил как минимум сотню. На месте, сэр. А ты? Дай подумать. 255. Нет, 6. 255. Ты врешь. Точно. Я говорил тебе, наденьте термоочки. Ты что-то слышал? Ушли. Переговоры все еще ведутся. Альфа берет на себя тыл. Браво, фронт. Мы ждем, пока оба подразделения не будут вместе. Славно. Наконец-то мы увидим действие. Наденьте очки. Мы замолкаем. Ни одного выстрела, пока Альфа не расчистит нам путь. Правильно. Почему мы до сих пор не уберем их? Приказы. Дверь заблокирована. Вперед, вперед. Пропустите нас внутрь. Сэр. Получилось. Двигаемся дальше. Здесь они уже знают, чего вы можете достичь. Разрешаю стрелять. Эта проблема есть и не уклоняюсь. Ждем Альфу. Вы вынуждаете их менять тактику. Именно поэтому вы здесь. Да. Сейчас вы взяли верх. Но у вас есть причина испытывать злость. Вы все еще можете доказать нам, что вы неплохие парни. Я хочу, чтобы вы были хорошими парнями. Вы такие и есть. Если вы причиняете боль с людям, это все меняет. Проклятие. Освободили заложников, но Монро погиб. Нам нужно поговорить, но позже. Проклятие, мы не закончили. Террористы продвигаются в теле там, где коронные вышки. Мы возьмем на себя тыл право фронт. Залево. Идет. Мы можем здесь вооружиться. Thank you.
Пошли, пошли! Слышал. Погодь. Становишься нервным. Бог мой, клянусь, я что-то слышал. Я ничего не слышал. Заткнись и прислушайся. Нужное подкрепление. Вот ты где, сука! Посылают схемы телекоммуникационной башни. Там вы увидите два входа. Террористы забаррикадировали площадь впереди. Наша команда окружила их, и мы обеспечим выход с тыла. Эти парни загнаны в угол. Будьте спокойны, они в ваших руках. Схема телекоммуникационной башни. Там вы увидите два входа. Террористы забаррикадировали площадь впереди. Наша команда окружила их, и мы обеспечим выход с тыла. Эти парни загнаны в угол. Будьте спокойны, они в ваших руках.
перегруппироваться! Мне нужно, чтобы ты подежурил. Полагаю, я снова впереди. Не беспокойся, ты под прикрытием. Парни, вы не сможете избежать встречи со мной. Да, здорово вас встретить снова, учитель. Какая честь, сэр. Бишоп, шестой уже на месте, я с ним свяжусь. Ди, я думал, вы решили, что я останусь в Академии. Я знаю, но это важнее. Управление национальной безопасности подозревает, что у нас может быть химическое оружие. О, боже. Группа Логана действует в Мексике. Что-то там назревает. Представитель директора Лоуренс из Управления национальной безопасности пересмотрит это задание, но помни, главная задача Радуги — защищать мирных граждан. Понял. Господа, мы находимся в щекотливом положении. Некоторые компоненты боеприпасов, перемещающихся через границу Мексики, содержат химикаты. Извините, что перебиваю, но это не перекладно. Учите его спутку. Я продолжу, как только вы там окажетесь.
Мигель и Альварес Кабреро. Койоты, контрабандисты. Кабреро движет жадность, не политика. Почему УНБ не может с этим справиться? Наш главный агент ушел в тень, но у нас есть кого вывести на арену. Его цель в том, чтобы подтвердить, что на складе Кабреро есть оружие, а ваша — попасть туда, когда он закончит. Со щенка за границей. Но я никогда не думал, что застану день, когда стану предателем своей страны. Ты потерял офисную работу из-за своего ADD. Твоя жена ушла от тебя к торговцу машинами из-за того, что ты потерял работу, и она забрала детей. Страховка больше тебе не поможет, но тебе все равно приходится платить налоги. И зачем тебе тогда так родить за свое отечество? Боже, этого не требуется от тебя. Да пошел ты! Не, сам пошел. Серьезно, ты меня убиваешь? Друг за другом. Я захожу в дверь. Почему? Выбираться из этого дерьма. Я уже достаточно в нем наплавался. Я тебя слышу. Открыть и зачистить. Террорист готов. Боже. Сюда. На месте. Понял. Только знаете, чертежи показывают, что в комнате расположены впереди вас две двери. Но если вы пойдете направо, вы выйдете на улицу и сможете стрелять через окна. Что? Связи. Связи? Да.
бился в заклад. Потерял контакт. Остановимся выпить? Конечно, если хотите. После вас. Стой. Ты не можешь. Ты не можешь. Твою мать. Моя нога. Заткни себе, я прострелю вторую. Я делаю свою работу. Поднимите его наверх. Шерстный лук засветился, мы заходим. Поняла. Лорен хочет, чтобы вышли на склад.
Отпусти меня! Думаешь, я с тобой в игрушки играю? Мигель, он не один, они на крыше. Так почему же ты здесь? Убирайся! Возьми все, что тебе надо! Вы используете телеграф! Мы этим не пользуемся! А что тогда? Гребаная лодка мне в лицо? На кого ты работаешь? И много они знают? Не беги меня! Думаешь, я с тобой в игрушки играю? Мигель, он не один, они на крыше. Так почему же ты здесь? Убирайся! Возьми все, что тебе надо! Вы используете телеграф! Мы этим не пользуемся! А что тогда? Гребаная лодка мне в лицо? Получай! Не хочу уходить! Что вам нужно? Прините мне нож, вас! Нет! Нет, пожалуйста! Нет, пожалуйста! Шерон, запись обрезана, мы дальше не услышим. Лоренс хочет, чтобы вы шли на склад КБ. Пошли, пошли! Двигаюсь! Двигаюсь! Свободный огонь! Все еще жив. Ясно. Я свяжусь с Лоренсом и вернусь к вам. Бишоп, твое задание осталось тем же. У нас тут гражданские.
Невил все еще жив. Я свяжусь с Лоренсом и вернусь к вам. Бишоп, твое задание осталось тем же. Шэрон, Невил погиб! Поняла тебя. Тебе нужно разрешение шестого, чтобы продвигаться к складу. Скоты! Ко мне! Понял. Зачистить. Я вас прикрываю! Сгораю! Готовьтесь войти внутрь. Вхожу в дверь. Я ранен. Световая зачистка. Светошумовая зачистка, ясно? Вижу террориста. Слышал. Двигаюсь. Пошли.
Улица впереди заблокирована сооружением. Чтобы его обойти, вам нужно пройти через парковку. Террористы затаились внутри гаража. Думаю, они ждут вас. На улице будьте готовы к большой перестрелке. Справа находится небольшой офис. Используйте его как прикрытие.